Я одна из дочерей богини Гармонии. Нас воспевали боги. И мне, и моим сестрам посвящались храмы, музеи. Сейчас их называют музеями. Сегодня я снова здесь, с вами. Хочу отметить, что мы с сестрами не раз поднимались на эту сцену. Лично меня чья-то огромная сила зовет постоянно сюда, ставя передо мной довольно трудные задачи. Сегодня же я от всей души хочу помочь, показать вам вечную борьбу добра со злом. И прошу вас вооружиться терпением и с упоением следить за всеми фибрами моей души. Я хотела прийти сюда с сестрой моей музыки и танцев, но Терпсихора улетела куда-то с богом Дионисом, а спектакль уже начинается. Мне же позвольте представиться. Я Мельпомена. Прошу любить и жаловаться. Кто в ответе за всякое сценическое искусство. Итак, все внимание на сцену. И до следующего свидания. Спешите пить из жизни чаши.
забыв, кто лил ее туда. Весь мир потряс в войне и жалости, уныние душит, гнев кипит, и каждый думал хоть однажды, что Богом мир уже забыт. Я не прошу у вас ответа, его даст каждый, но не мне, сорвав во что душа одета, оставив жизнь на земле. Пускай же в сумраке сомнения, самодовольство не щадя, хоть кто-то, глядя представление, беззвучно скрипнет. Thank you.
Большинство пеняет на невезение. Мы видим следствие. Они винят обстоятельства. Мы находим закономерность. Они кричат «кризис». Мы говорим «возмездие». Гордыня. Зависть. Чревоугодие. Уныние. Семь смертных грехов человечества. Семь великих артистов. Седьмое действие главного спектакля планеты. И там, где большинство видит неизбежность конца, мы обретаем бессмертие. Ученики.
я могу свести человека к физической и духовной смерти. Впрочем, как и все остальные, 6 грехов человечества. Расстаться и гнев людской не умножайте, а научитесь с ним справляться, свое достоинство стяжайте. О, люди, вы благоразумны, умейте удержать себя от скверной брани безрассудства. Спаси себя, спаси себя. Я гнев, гуляю по планете и забираю себя в сердца. Я разрушаю все на свете. О, человек, спаси себя. Наказывайте, что только ради наслаждения. Не увлекайтесь мной.
сама себе противна. И мудрые наши пророки решили, что в райском саду Адам соблазнен ненароком, женой себе на беду. Запретных плодов и сладок, как сладок познание секрет, а змей-провокатор так гадок, свел их послушание на нет. Их грех не в влюбленном стремлении, и даже не в страсти желать. Их грех в неимении знаний, чтоб истину во всем понимать. Наказан Адам непослушный, и слабое небо при нем, а змей ни при чем. Он весь лживый, когда же мы это поймем? В отличие от животных, человек управляет сам процесс еды,
Мы устраиваем праздники живота, угождаем себя. А это и называется чревоугодием. И значит, меня обрадили вы, люди. Удивительно, как можно убивать себя пищей? Причем вы так поступаете на протяжении всей истории возникновения человечества. Достаточно вспомнить Ургенем для Римской империи, которых уничтожили впоследствии варвары. Люди больные булимией роют себе могилу ложкой и вилкой. Подумать только, и в это трудно поверить, что по статистике 9 из 10 человек на нашей планете умирают от переедания. Только 1% от голода. Недаром говорят, если ты не доел, ты наелся. Если ты наелся, ты переел. Если ты переел, ты отравился. Знакомый. Печальный результат. Плачешь, не плачешь. Душевного не избежать надлома. Фигурой такой, как мягкий мяч. Что в форме быть и выглядеть отлично. Здоровье, физкультуре, скажем да. Обжорство, лень, все вредные привычки. Стереть, забыть, оставить навсегда. Сомнения же вычеркивайте смело. Желанием насытным вопреки. И пусть внутри окрепнувшего тела страдают, хватает слезы толстяки. Не стоит вспоминать было это тоскливо. Побольше оптимизма, вот мой сказ. А если вдруг у вас не получилось, получится быть может и у вас. Вообще прямая точка в тень.
творческой интеллигенции. Да. Мне удается всегда натравить друг на друга. Они все несут себе от царей. Вот попробуйте кого-то из артистов или писателей похвалить. Произойдет явная вражда даже между вполне преданными деятелями искусства. Я замуж со святой людьми лишаю разума. Они не могут остановиться, пока, например, не сожгут добротный урожай соседа или нечто другое. Вместо того, чтобы постараться чего-то добиться, измениться, человек думает, почему не я, не мне, не у меня. Такие люди подпитывают меня. Зависть. Но мне хочется протянуть фанатам руку, помочь им. Франческо Пират правильно сказал, завистник беден всегда. Мы ненавидим тех, кто зависть обещает. Ведь зависть — это червь, который разъедает. А нутро твое увидит, без близкие страдают. Зачем же гроз носить ненужный? Не подобает. Совет завистникам простой. Ты жизнь свою достойно строй, тогда и зависть не придет. И жизнь твою ключом зовет. Мы же ненавидим тех, кто сплетни собирает. И за глаза тайком нас грязью обвиняет. И вам совет хочу я дать. Не надо завистью страдать. Смотри глазам друзьям открыто. Тогда и тайны все раскрыты. Они ведь камнем тянут душу. Куда приятно и простодушно. Ты не груби, стань другим. От всех пороков ты избавь себя. Совет и здесь всегда один. Остановись, спаси себя. Они проводят дни в дремоте и успокоении. Они уповают на промысел Всевышнего и легко предаются слезам и отчаянию. Их слабость смертельна для их души. Уныние. Пятый из семи смертных грехов человечества. Оно из нас высасывает силы и ставит безнадежность и печать на все, что будет или раньше было. Пусть безысходность канет никуда, а ей на смену поспешит упорство. У каждого свой крест, своя беда, и разница лишь в том, какого роста.
Есть много тех, поверь, ведь это так. Кому еще труднее от недугов, коли для них, как мужество маяк, примером воли, жизни, силы, духа. Для меня странно и удивительно, почему наряду со столь значительными пороками меня возвели в ранг смертных грехов. Отец медицины Гиппократ называл меня нежным меланхолием, а римский оратор Цицерон жестоко сравнивал меня с пыткой. А сегодня для меня придумали новое имя – депрессия. И чем дальше, тем больше я приобретаю характер эпидемии. Психологи называют депрессию чумой нашего времени. Только в Америке этим недугом страдают более 30 миллионов человек. И по данным Всемирной организации здравоохранения, депрессия занимает первое место среди всех болезней, опередив сердечно-сосудистые онкологические заболевания. Выходит, что уныние – это болезнь. Так почему меня тогда загнали в список грехов? Вообще-то я, уныние, по большому счету, это не желание жить, а жизнь – это труд. Часто причиной депрессии становятся жизненные невзгоды, потеря работы, развод, смерть близких. Однако депрессия бывает и без каких-либо видимых причин. Ее признаки – подавленное настроение, негативное восприятие окружающего мира, нет ни планов на будущее, ни желания заниматься настоящим, полная атрофия воли. Человек не может заставить себя делать даже повседневную работу. Ее преследует усталость, тянет ко сну, но при этом мучает бессонница. 95% алкоголизма и наркомании – это бегство от меня. Я самая тяжелая болезнь для человека, которая почти не лечится и возвращается снова и снова. Я являюсь основной причиной всех самоубийств. По сути, я – это темная ночь души. Люди, цените свой рассвет! Но один из них хорошо сказал.
богатство порождает чрезмерное желание. Да, это правда. Только я могу понять, почему одним вполне хватает одного автомобиля, как средство передвижения, а другим нужно иметь 10 машин. Эх, вам этого не понять. А попробуйте понять другую занятную истину. Животные не могут съесть больше, чем требует их голод. А вот человек может, он любит пресыщение. Из-за его слепого стремления увеличить свое богатство, человек забывает обо всем. Какие нравственные законы! Смешно, 50% преступлений в мире происходит из-за меня. Из-за жадности, корысти, алчности. Вот среди чего я живу. Из-за меня люди придумывают войны, которые ведут человечество к катастрофе. Честно говоря, все это ужасно. Спасибо, нагрубить, обидеть все спешишь. Так дружи сама с собой.
Библии. Посмотри, чьи души ты крушишь. Хоть разок себя подвинь немного, загляни в соседние сердца. Может, там беда, болезнь, тревога? Ты о себе хлопочешь без конца. Так нельзя, оставшись в одиночку, не вини случившимся других. Если твое «я» важнее ближнего и друга, то люби себя, забудь про них. Кто ты к ним пришел? С теплом, отдачи. Кто ты только, чтобы получать? Хочешь, многое отдам в придачу. Только научись людей это замечать. Самый распространенный грех, потому что часто прикрываюсь вполне положительным качеством, гордостью. Это лишь моя слабая тень. У меня гордыни сотни лиц, и для того, чтобы добиться своего, я часто и совершенно профессионально меняю маски на лице. Люди, заболевшие гордыней, часто прикрываются здоровой амбициозностью, стремлением к успеху, карьерным ростом, зачастую всеми способами убирая конкурентов. А что плохого, скажете вы, в чрезмерной демонстрации собственного достоинства? Чем же гордость отличается от гордыни? Отличие на лицо. Гордыня — это когда человек, сломя голову, стремится к тому, чему не имеет права. Не имеет права строить козни, проявлять открытую враждебность. Любыми путями добиться желаемого — это и есть грех гордыни. И в Библии сказано — начало всех грехов — гордыня. Гордыня. Ставя себя выше других, выше истины, человек остается совершенно один. Такие люди зачастую на одной ноге с Богом, не понимая, что отдаляются от него, свою связь с Богом разрушают. Больные гордыни не терпят потерь. Например, потеряв богатство, им не овладевает гнев. Злобы на виновника рождает зависть. Потеряв все, что имел, им не овладевает уныние. Все взаимосвязано. Человек, имея один грех, затем получает всю палитру сразу. Одно идет с другим. Если я, гордыня, поселилась в сердце человека, то он уже не способен любить. А любовь, даже я признаю, самое главное в жизни. Честно говоря, в последнее время мои сестры перестали меня узнавать. Я стала добрее, мудрее, я устала грешить. Поняла, что за все в жизни надо платить. Не забудьте, что есть воздаяние за добродетель, есть кара за грехи. Но что это за звуки? Неужели продолжается битва добра со злом? О, Господи, поистине правдивы мысли Твои, чувства Твои. Помоги нам, грешникам, встать на путь праведный. Даже свет наполнил истину, любви, надежды, веры. Вновь стань защитником всех людей на свете. Сейчас и во веки веков. Аминь! Thank you.
Մեր կազմակերպած միջոցառումների
Վայելել այդ ներկայացումները եւ Երանի դուք եք լինեիք, իսկ դեռ մասին է խոսքը ռեժիսոր театրա, ռեժիսոր Ռաուլ театրա, դեմ Սոնա Մարկարյան. Честь, я не знаю, наверное, на русском скажут, да? На русском говорить. Спасибо за такие слова. Я очень тронута, спасибо. Я восхищена сегодня замечательными актерами. Я очень радуюсь тому, что сегодня дети получают площадку, с которой они могут высказаться. И у них есть возможность сказать то, что для них важно. И самое главное, что может дать школа и может дать учитель, это тот урок, который они выносят из всего того, чему был посвящен сегодняшний спектакль. Сегодня был упомянут Александр Сергеевич Пушкин с его замечательными маленькими трагедиями, в частности, с Моцартом и Сальери. Так вот, там есть гениальная фраза: «Гений и злодейство – две вещи несовместные». Сегодня было гениально все сделано, была замечательная игра. И если эта гениальность сегодня хоть кому-то в душу зародила тепло, зародила свет и добро, ну, значит, мы идем сегодня лучше, чем пришли сюда. И я думаю, что в этом смысле мы сегодня избавились немножечко от злодейства, которое было в этом мире до этого момента. Я хочу поблагодарить всех. И в частности тех замечательных девочек в черном, которые не получили цветы, но которые так много вложили в то, чтобы мы увидели, как это здорово быть в белом и с антонимами на табличках. Спасибо большое. Который тоже сегодня здесь вместе со мной. Я думаю, вообще правильнее будет вначале предоставить слово им, да, по старшинству, скажем. Да, она почувствовала, да. Что я сижу, да, и да, 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 потому что сегодня здесь, на этом замечательном мероприятии, Лилия Бургер, Нурбала Санян, президент армянской республики. Я весь спектакль была мысленно с вами, с каждым вашим словом, с каждым вашим движением. Вся атрибутика, то, как вы продумали со своим режиссером, низкий поклон. На самом деле вы сегодня преподнесли нам урок. Урок всем взрослым, урок мудрости. Мы должны, коллеги как раз об этом сказали, каждый взрослый должен заглянуть в свою душу и понять, на какой стадии находится он, поскольку все эти грехи, они предупреждены сверху. Как-то один священник русский по Фейсбуку, я увидела видео, где он говорит: армяне отвергают смерть. Не пора ли нам задуматься над тем, чтобы очищать душу, независимо от того, отвергаем мы смерть или нет. Он говорил о нашей религии, говорил о нашей церкви. Но каждый человек проживает свою жизнь, и вы сегодня рассказывали нам об этом, каждый человек должен освобождаться от этих грехов. Я смотрела на вас, и я поняла, насколько правильно то, что вы в масках. Это не ваша жизнь. Вы говорили нам о нас, о взрослых. И очень хочется, дорогой режиссер, вы наша блистательная русистка, моя коллега, вы избавиться от греха гордыни. Я вообще не... Я гость сегодня. А вы гость? Режиссер, а ты сначала... Я не виновата, вас так прощали. Я была бы горда. Но в данном случае чувствую радость. Но это обязывает, я думаю, вы как-то приложите к этому будущему артисту. Но я хочу вам пожелать. Сегодня общеобразовательная школа, основная школа, вы можете преподать эти уроки всем старшим школам. Мы говорим в системе образования о том, что школа должна начинать зарабатывать деньги. Так с каким спектаклем вы должны выступать на сценах других школ?
И пусть наша молодежь поймет, насколько вы серьезно смотрите на жизнь и привлекаете всех просто думать о том, что хорошо и плохо. И то, что у нас любовь в конце, это здорово. И то, что цветы преподнесли мальчики, а выступали девочки, наверное, потому что девушка, женщина – это жизнь, это любовь. И вы молодцы. Вы все здорово продумали. Было очень приятно. Но, девушка, почему же? Я очень хочу поцеловать. Участие, да, в моих делах, да. Вы для меня вот эталон, который я, к чему я стремлюсь. Мне очень нравится ваше творчество. Спасибо всем. Это не первый раз, да, когда мы здесь, в этой замечательной школе, с
и справедливости уже открытые уроки, там, конкурсы республиканского учебного войска, дверь, школы, всегда открыты для нас, такое тесное сотрудничество у нас постоянно, а вас не хотят органы, и русистые не пропускают ни одного нашего мероприятия. Большое спасибо директору школы, всем ребятам. Вы позвольте от русского дома включить вам видео.